Вот. И получилось, ну, у нас получилась вот такая песня. Разграблен ветром березняк, и я разграблен жизнью долгой. Я вижу словно вещий знак две легких чайки понад Волгой. Я научился понимать, и для меня уже не чудо, что так мои отец и мать мне шлют привет из ниоткуда. Большой пожар, что был у предков наших в душах. Просторно голубая гладь, мы родом из небесных злаков. Какое счастье понимать значение и смысл и знаков. Разграблен ветром березняк, ну, примерно. Если не исполнялось, это вот пример, как предыдущее.